Билет в кино за счет Disney. Компания перезапустила в России благотворительную акцию «Счастье это» в развлекательном центре А113. С 1 по 10 апреля совершенно бесплатно можно сходить на показ одноименного фильма. Это семейная и трогательная мелодрама. Я узнала из интернета, я просто смотрела первую часть. И поэтому захотелось посмотреть и вторую тоже. Но так как в интернете сказано, что только в кинотеатрах, поэтому пришла сюда. Цель проекта – помочь начинающим российским кинематографистам снять кино для большого экрана. Эксперты выбирали лучших режиссеров и сценаристов среди молодежи для участия в проекте. В результате получилась лента из 7 новелл. Актерский состав, как вы верно заметили, достаточно сильный. Много знакомых лиц – Леонид Якубович, Алферовы и так далее. То есть, ну, знакомые лица точно увидят зрителя. Вот, по первым отзывам, зрителям понравился фильм. Это у нас уже он третий день идет в прокате, и прокат будет продолжаться до 10 апреля. Фильм придется по вкусу и взрослым, и детям. В расписании, правда, всего один сеанс – утренний. Бесплатные билеты всем желающим выдадут в кассе кинотеатра. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.